Ты уже в эфире. Ты в эфире. Скажи, здравствуйте. Приветствую, дорогие друзья. На связи с вами Лекомпания. Компания. Олег говорил, что если мы планируем декоративное панно, уже показывал визуализацию, еще показываю. Готовы делать. Мы делаем вот эту часть. Конечно. Значит, что мы планируем? Будет византичка легкая. Предположили материал. И его. Хуже мы его и отмоделируем. Когда будем наносить. Это потом чуть-чуть прибавим на полку сохрани. Вот нам счастье. Что, ты уже готов? Конечно. Ты будешь голову? Вообще нужно предоставить. Чего сверху? Короче, куда ты начинаешь? Нам оклеить нам. Оклеить, во-вторых, нам надо оклеить. Во-вторых, нам надо здесь снимать еще. Я предлагаю вот так вот, средиземноморочку. Или положил, убрал, потом обобщили и все. Оно все равно останется таким легким, красивым рисунком. Хорошо. Средиземноморочку? Смотри, вот, типа как... Вот там от второго павлиного вина осталось, грубо говоря, аж два денег. Не, ну давай тоже где-то самое. Нет, я не понял, мне чем проще, тем. Что проще? Вот так ты наносишь, а я потом моделирую или как? Ну да. Но тут мы там уже не моделировали. Может быть, не моделировали. Ну, сейчас думаю. Тут я просто перетянул, мне нужно было убрать. И просто вот так. И что? Все-таки вот так, то я. А потом все равно еще раз В общем, залишайтесь с нами, потом дали будет. Нет.